Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандитки и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Мы выживаем 76-й день выживания. Мы охотились, мы убивали, мы выживали эти 76 дней. Но, друзья, мы ни разу не ходили на рыбалочку. И сегодня я захотел сбегать на рыбалочку. Напиши в комментарии, какую рыбалку тебе нравится. Зимняя, летняя, осенняя. Конечно, бери вкусняшки, попкорн, бери лимонадик и устраивайся поудобнее. Потому что наша рыбалка скоро начнется. Мы сегодня изготовим удочку. А погоди, сперва мы идем поспим. Потому что у нас мало энергии и хочется спать. У нас 12 часов ночи. Нужно поспать, набраться сил, и утром мы идем делать удочку. Я покажу, как ее сделать, какой орех нужен для удочки. Бразильский орех, где он находится. Так что давай, бери вкусняшки, бери попкорн, а мы сейчас поспим до утра максимально. А позавтракаем, конечно, что у нас, чем Бог посылал, и пойдем рыбачить. Я хочу сегодня поймать большую рыбину, килограмм на... Так, 8 утра достаточно. Так, что я хочу? Прекрасное утро. Солнышко светит, все потрясающе. 8 утра, 20 минут. Я жрать хочу. Я реально хочу жрать. Но мне никто ничего не приготовил, потому что я тут один выживаю. 76-й день выживания. Туземцев нету. Где они? Напишите в комментариях, где туземцы, потому что я уже их дней, наверное, 10 не видел. Я соскучился по ним. Так, окейшки, муравьи. Побежали мы на пляж и посмотрим, что у нас есть. Что у нас есть в сумке? Кастрюлька пустая. Мне нужна вода, мне все испорчено. Все испортилось. Так, мясо. Мясо сушеное 3 дня. Это здорово. Змеюки мясо. Это можно съесть сразу же, пока не испортилось. Потому что осталось 54 минуты. Так, это дело выкидываем. Выкидываем. Мясо хорошее, нет? Приготовлено. Это скушаем. Это мы тоже скушаем. Грибочки очень быстро портятся. Кстати, грибочки можно использовать как приманку для рыбалочки. Я покажу чуть позже. Мы сегодня изготовим удочку. Что, по идее, нужно для удочки? Так, я пришел на берег. Я вижу черепашку. Черепашку я заберу с собой. Черепашка. Ну окей, я с тобой так разберусь. Друзья, пишем комментарии, соскучился по всем. Да, как всегда. Я хочу сегодня сделать удочку. Я хочу сегодня поймать пиранью. Так, пусто. Я взял черепашку, мы взяли мясо черепашки. Бросим здесь, чтобы вода у нас. Кстати, можно сделать фильтр для воды. Вот у нас есть, нужно большой. Нужны кирпичики. Кирпичики практически готовы. Нужна зала. Зава у нас есть, чудесно. Так, мне нужна водичка, кстати. 34, чистая вода. Нет, я хочу это дело выпить. Ага. Теперь набираем фляжку и выливаем ее сюда.
Ой, там пираньи плавают. Они кусаются очень сильно. Так, что у нас по мясу? Что у нас всего? А, и шишки. Мне нужны шишки. Съесть. Пару шишек будет достаточно. Дальше, что у нас? А, еще шишки. Еще воды надо. Так, воду, воду. Давай-ка делаем две печки гелениные. Сделаем для воды. И у нас будет очень много всегда воды. Это здорово, да? Так, кирпичики готовы. Сейчас мы быстренько сделаем для водички, ее наполним, пускай она пока фильтруется, а мы будем делать удочку. Сперва нужно сбегать за бразильским орешком. 77-й день выживания, видишь, все на экранчике, все по-честному. А я ни разу не ел бразильского ореха в этих джунглях Амазонии. Я покажу, где он находится, я покажу, как его добывать. Потом, как его очистить, все дело покажу, расскажу. И, конечно, мы попробуем наш вкусненький бразильский орешек. Так, последний, да? И наш фильтр для воды готов. Бамбуковая палка, а нужна короткая, кажется. Ну, давай возьмем. Добыть. Так, добыли, а короткие палочки. Давай-ка закончим. И древесный уголь, 6 штук. О, вот это да. Так, получается, с костра у нас 3 уголечка. А костер, костер, костер. Здесь у нас был раньше костер. Туземцы пришли, все дело разломали. Но уголечков я здесь не вижу. Так, много кокоса. Так, пойдем на ту сторону. Возьмем уголечка, 3 штучки. И сделаем еще костер. Потому что уголечки нужны. Всего лишь один раз. Но сперва мы сбегаем за бразильским орешком, потому что он нужен для удочки. Давай глянем, что нам нужно, по идее, для удочки. Так, помыли руки, не помыли. Не нужно помыться. Вроде маленько поплавали, помыли буквально слегка. Помыться. Так, все, помылись. Можно кушать, если что у нас есть, конечно. Я хочу мясо. Я хочу много мяса. Давай это скушаем. А мед я съем, потому что он здесь много места занимает. Так, вот у нас костер пропал. Заберем отсюда. А золу и 3 уголечка. Сделаем новый костер. Так, 3. Это мясо змеюки приготовлено. Мясо змеюки приготовлено. Так, нам нужно, по идее, для удочки. Что? 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 Погоди, что? Сейчас мы найдем. Сейчас найдем. Нет, не то, не то, не то. Острый топор. Такой топорик я еще ни разу не делал, кстати. Костяной топор. 2 козочки, веревка, палка. Слушай, нужно будет сделать такой топорик. О, удочка. Длинная палка, либо длинная бамбуковая палка. Ну, окей. Веревка. Птичьи перья, 2 штуки. Окей. Ореховый скорлупа. Это бразильский орешек. Что за шум? А где он находится? Сейчас мы глянем, погоди-ка. А я хочу просто пить. Хочу просто пить и все. Пойдем поищем бананы и покажу, где находится тот самый орех. Мы уходим в джунгли. Самые... О, бананчики, кстати, подвезли. Так, вот так, припрыжку мы сможем легко собрать. Так, все, исчезло. Ага. Так, мы идем искать орешек. Так, камни. Что у меня по оружию, кстати? Оружие. Сломано, не сломано. 8% топорик. Это мало. Это чертовски мало. Так, мне нужны камни. Погоди, камни есть у меня? Сделать новый топорик. Камней нету. Добыть. Так, добыли камни. Сейчас мы выкинем кастрюльку отсюда. Она мне, по идее, не нужна. А, кстати, у меня тут есть фильтр. Да-да-да-да. Я им ни разу не пользовался. Давай кастрюльку мы сюда поставим. Мы возьмем фляжку сейчас. Фляжку 50% грязная вода. И заливаем прям вот сюда. О, здорово. Погоди-ка, это маловато. Нужно больше водички. Сейчас мы наберем эту водичку сюда. Так, 100%. А, грязная вода. Можно, по идее, кипятить воду. Довольно, знаешь, быстро кипятиться. О, пошел процесс. Смотри, капает, капает. Уже есть чистая вода. 1%. Да, долго будет капать. Так, окейшки, пока есть светит солнце. Так, 2 перышка мы возьмем. У нас есть перья? Нет. 2 перышка мне нужно. Выкинем отсюда золу. Все.
и побежали искать бразильский орешек. Он находится возле большого-большого дерева, где растет синий грибочек. Эти синие грибы помогают нам избавиться от паразитов. Кстати, вот то самое дерево. И возле этого... О, грибочек, смотри, синие. Я их заберу. Минус 2 паразита с помощью этих грибочков. Это реально здорово, правда? Так, у нас появились пиявки, их нужно убрать. Как всегда, эти пиявки к нам лезут. Так, ищем бразильский орех. Это мы возьмем, веревка пригодится. Он находится прям у, где-то у основания. Просто валяется. Нет, его тут нету. Пойдем другое дерево найдем. Таких деревьев этот джунгль Амазонии очень много. Так что мы найдем без проблем. А без труда. Так, вижу табачок. Так, шишки. Шишки есть? Шишек не вижу. Где ягуара? Где леопарда? Где опасности джунгля Амазонии? Нам осталось прожить 23 дня. Я пока не вижу опасности. Все опасности мы уже уничтожили. О, гусеницы, кстати, да, гусеницы нужны. Потому что нужно насадить на крючок, на удочку. И тогда можно порыбачить, можно поймать замечательную рыбку. Вон, вижу дерево, большое дерево. Пойдем туда. Опасности пока нет, я не вижу. Но у нас есть броник, железный броник. Это будет офигенно, проверить его в действии. Так, шишки. Мы ищем бразильский орешек. Орешек, ты где? Орешек, ты где? Я не вижу орешка. Будем искать другое дерево. Он должен быть, по идее. Должен. Пойдем искать другое дерево. А, такие деревья, знаешь, ну, редкость, но есть такие деревья. Ну, по идее, должен быть орешек. Но не в каждом. Он такой маленький. Удаленький. Нет, вот здесь. Так, идем дальше. А, идем по тропинке. По дорожке. О, дерево. Прям по курсу. А где, где живность? Вся. Все вымерли, что ли? Всех убил я. Никого не оставил. Охота! Охота, давай! Больно! Больно, очень больно! Бей! Погоди, я живой! Я пока живой! Держи бок, все нормально! Отдышись! Бей ее! Бей змеюку эту! Ух! Егор! Я убил его! О май гад! Я в панике! Пардон, все нормально, друзья. Так, меня ранили, а я не понял, меня ранили, походу. А, броник уберем. Меня, походу, где-то ранили. Ух ты, жесть! Что? Руки, ноги. А, я истекаю кровью. Погоди. Друг мой, живи! А, сумка скорее. Сейчас мы сделаем. А, перевязку быстренько сделаем. Перевязочку. Куда? Куда перевязку? Погоди. Я вздыхаю. Погоди. А где моя ранка? Я не понимаю. А, рука, нога. Ух, кровью истекаю. Так, все нормально, все пучком. Собрались. У меня буквально осталось чуть-чуть времени, а все, рану подлатали. Броник одеть нужно. Так, на ноге броник у меня в минус. Ага, все понятно. Ну, вроде бы успел. Ух, пошел за бразильским орешком, называется. Броник подвел меня, друзья. Так, добываем мясо, вроде бы живой, но ухудшается. Нужно, знаешь, мне кажется, воды. Потому что при таких баталиях, сражениях, нужна вода. Вода, нужно попить воды. Сердце бьется, мы ищем орешек. Так, грибочки, съесть. Ой, что я съел? Сраженная рана? У меня температура. Мне сейчас нужно поспать, по идее. Нужно поспать. Зараженная рана способствует... Блин, я прожил 70 дней, и я не помню зараженную рану, как избавиться. Погоди, зараженная рана, это значит... Пойдем к берегу. А бразильский орешек не получилось. Пойдем к берегу, нужно помыться. Нужно, наверное, лечь спать, отдохнуть. Мы бежим сейчас обратно в лагерь. Так, я надеюсь, побежал в ту сторону или не в ту сторону. Так, зараженная рана, нужны, кажется, личинки. Ну-ка, секундочку. Сейчас быстренько. На ноге. Убери броник. А личинки у меня были.
Да, 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 видишь, я помню все. Все хорошо, я помню. Одевай броник. Нужно делать новый броник. Железный броник, ягуар. Леопард. Леопард уничтожил. Забавно. Да, бежим домой. Бежим домой, нужно выспаться. Удачка не получилась. Орешки я не нашел. Нашел приключения. Давненько на меня они нападали, знаешь, опасные дикие животные. Так, что? Я пить хочу. В таких сражениях нужна вода. Срочно нужна вода. И чем больше, тем лучше. Так, у меня есть кокос. Выпить. Добыть кокосика. Добыть, добыть. Все, пока живой. Добыть. Сейчас поспим, все будет чудесно. Все офигенно будет. Так, мясо у нас появилось. Знаешь, мне нужно, наверное, сушеное мясо. Кстати, а почему бы не сделать сушеное мясо на том берегу? Сколько у меня часов? 18 часов есть. Я сейчас, наверное, маленько вздремну. И тогда уже ночью пойдем делать сушеное мясо. У нас есть, кажется, чудесное. Сейчас мы глянем. Так, кажется, тут находится. О! Коптильня. Нет, не коптильня. Мне нужно не коптильня. О, сушильня! Мне нужна сушильня, только, знаешь, бамбуковая. Во-во, как раз. Бамбуковые палки 14 и длинный бамбук 3 штучки. Веревки 7 или 1? 7, кажется. Ну, в принципе, немного, знаешь. Так, окей, мы идем спать. Банан хочешь? Нет? Хочешь бананчик? Да, хочу банан. Хочет бананчик, мы его скушаем. Так, все, мы спим. У нас температура, нужно маленько выспаться, отдохнуть, чтоб температура спала. Ага, все чудесно, все. Проснись, проснись и пой. Так, ну все-таки у нас есть какие-то трудности, да? Так, погоди, нужно глянуть. Нужно глянуть. Что у нас? Что у нас там? Нет, 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 у нас там реально проблемы. А есть у нас чем перевязать, все нормально. Сейчас перевяжем. Да, все, перевязали. Кто здесь ходит? Здесь, по идее, ходит броненосец. И можно сделать броник. Но пока я не вижу его. Так, может, что-то у меня есть еще? Пиявки, может быть. Нет, пиявок нет, все нормально. Так, одевай броник. Идем на ту сторону. Мясо. Что у меня по мясу? Что я пить хочу? Так, 30%. Это нормально. Есть еще водичка сверху. Можно еще залить. Сейчас идем на ту сторону. Мы спать не хотим, выспались. Нам нужно поправиться. Так. Так, есть проблема. Есть проблема, еще нужно осмотреться. Где у нас светит луна? С этой стороны, чтобы видно было рану. Хорошо. Так, давай глянем, что у нас сраное. Сраное в порядке, не в порядке? Что у нас на другой стороне? А, вон пиявка. Я смотрю, появилась иконочка. Так, все, сделали. Нужно просто подождать, а ранка затянется, и все чудесно. Все, наша жизнь поднимается, видите, поднимается, все уже. Из красной зоны вышли. Но мы не нашли бразильского орешка. Я хотел найти его, но я не нашел. А сделаем сейчас сушильню для мяса, чтобы мясо это бросить туда, и было у нас много мяса. Всегда будет много мяса. И это мясо хранится, кажется, 4 дня. Либо 2 дня, не помню. А бамбука здесь много, очень много бамбука. Давай-ка, книжечку нам. Можно прям сюда ее впендюрить. Так, погоди. Давай прям вот сюда. О, чудесно. Так, нужно длинный бамбук. Так, длинная палка бамбука. 3 штучки всего лишь. 3 штуки бамбука и потом короткие палки нужны. Так, готово. Теперь короткие палочки. Короткий бамбук. Вот короткий валяется как раз. Была постройка. Аборигены пришли, все его разломали и... Палки остались. Это хорошо. Так, нужно сделать костер и пожарить мясо, которое у нас еще не пожарилось. Так, бамбук еще нужно. А длинный можно добыть. И как раз нужно 3 уголечка именно тут. Так, сразу сделаем костерчик здесь. Так, записная книжка. Костер. Обычный костер. А, он сразу в начале сам.
Так, короткая, короткая, а нужны еще палочки. Ну вот, у нас был леопард. Наконец-то. Живность есть, видишь, оказывается. Опасности джунгли все-таки присутствуют. Я уж думал, никого нету. Я уж думал, всех уничтожил. Но нет, как видишь, тут есть ребятишки. Так, и веревка осталась. Так, сколько веревок? Одна веревка. О, готово. Так, ну что, мясо бросаем, пускай нас сушится. Мясо сюда, мясо сюда. А сушеную 2 дня это мясо у нас испорчено. Кстати, можно добыть личинки. Гусеницы. О, личинки. Так, это мясо приготовлено. Так, грибочки можно выкинуть. Они мешаются. Ребята пишут комментарии. Убирайте грибочки к черту. Да, вылетайте. Да. Можно сразу партию уничтожить. Уничтожить. О, во, иди отсюда. Я слышу какие-то крики. Но это не животные. Так, палочки. Костер. Нужно еще 2 короткие палки. Так, пойдем сбегаем. Что у нас с топориком? Мне нужно топорик еще сделать. Так, нет, не бамбук. Не бамбук. Мне нужна эта палка. Так, что у меня по копью? 41%, нормально. О, бревно, кстати. Добыть. Добыли. Так, короткие палки там есть? Нет, короткие, куда будем так, короткие палочки. Слушай, ночью в джунглях намного, знаешь, страшнее. Вот выбегут эти туземцы. Аж сердце уйдет в пятки. Так, это готово, готово. И буквально осталась 1 палочка. Буквально 1 сучок остался. О, дерево. Нет, это бамбук. Это бамбук, погоди. Здесь много бамбука. Дерево находится где-то чуть выше. О, плодики. Так, 2 возьмем и 1 мы скушаем. Сейчас на утро пойдем искать бразильский орешек. Потому что он только нужен мне, чтобы создать удочку. О, дерево. Рубим. Так, возьмем длинные палки. Так, погоди, брось длинную. Возьмем палочки. А потом заберем длинные палки и принесем на берег. Так, забирай. Побежали на берег. 78-я ночь в джунглях Амазонии. Мы еще выживаем и пытаемся выживать. Так, сухая трава есть у меня? Мне кажется, было гнездо. Нет, гнезда у меня нету. А вот сухой травы... Так, камень, камень. А сухой травы у меня и нету. Нормально. Нормально. Как я сделаю костер себе? Да никак. Так, листва появилась. Листва появилась. Можно еще срубить. Пускай у нас поваляется. Так что топорика нет. 4-ка была топорик. Так, ну что, у нас ночь. Есть, пить. Да, хочу. Все хочу. Мясо. На, держи мясо. Не, погоди. Нет мяса. 20 дней. Это мясо я скушаю. Банан мы скушаем. Мясо, кстати. Мясо нужно положить сюда. Теперь у нас будет мяса много. Так, это мы тоже скушаем. Ага, жиры, углеводы, все подняли. Пойдем попьем водички. И я пошел еще разок за бразильским орешком. Возможно, он респанулся. Даже, знаешь, неподалеку от моего лагеря. Потому что он должен респануться. Я должен сегодня поймать кого-нибудь. Пока поймали только меня. А у меня, конечно, минус броник. Мне нужно срочно починить броник. Кто-то там пробежал или нет, или показалось. Нет, показалось. Так, воду. Мне нужно попить воды. Все, попили. 23% это хотя бы что-то. Так, плодики. Чудесно. Забираем. О, броненосец, смотри-ка. Оп, хедшот. Хедшот, моя стрела, куда пошел? Куда пошел с моей стрелой? Он сдохнет, по идее. Он должен сдохнуть. Я его потерял. Вот засранец ты какой. Так, веревку заберу. Куда он делся? Где-то прям в кустах.
он должен был сдохнуть. Потому что это железная стрела прям хедшотом. Вот засранец какой мелкий. Так, ну идем в кустах, не в кустах. Я не вижу его. Куда он повернул? Налево, направо? Не вижу. Так, окей. А пойдем за бразильским орешком. Вот не знаю, ночью дикие животные спят или не спят. Вот я точно не сплю. Я дикий самец. Так, мелкие палочки подберем. Так, ищем бразильский орешек. Орешек мы ищем. Не грибочки, а только орешек мне нужен. Мы пойдем и на то место, где нас попуцали. Да, мы сейчас пойдем и туда сбегаем. Там два дерева. Но там озеро, кстати, находится. А в той стороне находится озеро, и поэтому там был леопард. Возле этого озера леопард всегда бывает. Черт, знаешь, заблудиться вот сейчас в самый раз. Потому что ни черта не видно. Все одинаково, все зеленое. Сейчас зарычит где-то в кустах. Но я не буду бежать, я буду, знаешь, сражаться. Мне уж терять нечего. Так, вот дерево пришли мы. К первому дереву. Так, орешек. Мне нужен орешек. Всего же один орешек. Скорлупа бразильского ореха. Чтобы изготовить... О, удочку! Вот он, цельный бразильский орех. Чудес. Смотри-ка, реально круто, да? То есть, понимаешь, мы в следующей серии стопудово кого-то поймаем. Да, сейчас мы пойдем на берег. Сейчас мы изготовим удочку. А в следующей серии с утреца мы пойдем, конечно же, рыбачить. Так, там нужна длинная палка. Или бамбуковая палка. Наверное, сделаю бамбук. Я хочу бамбуковую. Потому что длинная палка, она не очень кривая какая-то. А вот бамбук, он крепкий. И удочка будет у меня офигенная. Так, что у нас? Ну, пить хочу постоянно, видишь? И пару шишек не надо съесть. Так, это мы сразу скушаем. Так, чудесно, подняли. А, все, подняли. Мне нужны теперь жиры. Так, сколько времени? Сколько? О, 4 утра. Слушай. Ну, мы долго спать не будем, понимаешь, мы сейчас, прямо сейчас сделаем удочку быстренько. Идем на тот берег, длинные, сколько у меня перьев есть? А, 2 перышка я взял? 2 перышка, да, 7 перьев у меня, обалдеть. Так, это дело выкинуть, сухая трава будет, бразильский орех, изготовить, добыть. Мне нужна, по идее, скорлупа орешка. О, видишь? Хе-хе, обалденно. Так, идем за бамбуком, делаем удочку, идем спать и ранним утром, 6 утра, мы идем на рыбалку. Ты понимаешь, чем попахивает? У меня пьявка появилась. Хе-хе, обалденно. Уже рассвет, уже у нас зашла. А, буквально вздремну чуть-чуть. Так, длинный бамбук, да? Длинный бамбук. А, изготовить. Все, теперь смотри, орешек, 2 перышка. А что еще? Веревка? Я забыл. Я забыл реально. Веревка? Нет. А, веревка. Бамбуковая удочка. Да. Здорово. Смотри-ка, у нас есть бамбуковая удочка. Так, у нас рассвет. А, рассвет. Пойдем вздремнем буквально пару часиков. Мы уже увидимся в новых роликах, друзья. В новом ролике по зеленому аду. Сейчас, знаешь, а главное подняться, не наступить на паука. Потому что здесь у нас ползают пауки. Так, это и заберу с собой. Так, Ой! Я о чем и говорю. Паук. У меня на нюх, на опасности. Так, поднимаемся, и больше никого не будет вроде. Если туземцев не пришли сюда. Друзья, уже увидимся в новых роликах по зеленому аду. Мы вздренем буквально чуть-чуть и до новых роликов. Всем спасибо, кто смотрел до конца. Всем спасибо и пока.